Прошедший в Санкт-Петербурге суперкубок «Титанов» для большинства пауэрлифтеров – главное состязание в году. Антон Солодов ехал на него как на последний этап подготовки к не менее значимому международному турниру «Битва чемпионов 2012». Правда, подготовка практически сорвалась. Сейчас сказать, я планировал поднять тонну 150. И готов это был по прикидкам это делать. Но за две недели, скажем так, случилась такая неприятность. Вот, то есть где-то чего-то все-таки я неправильно подспланировал. Ну, на пустом месте травма получилась. Абсолютно обычное растяжение широчайшей мышцы, которое, скажем так, за две недели просто не восстановить. Тем не менее, Антон установил в жиме личный рекорд – 317,5 килограммов. Лучший показатель среди всех участников. А в сумме троеборья собрал 1077 килограммов, больше, чем в прошлом году. Этого результата хватило на итоговое шестое место. Победитель Андрей Маланичев поднял ту самую тонну 150 килограммов, на которую при функциональной готовности шел бы Солодов. Впрочем, сослагательное наклонение тут ни к чему. Определенные выводы Антон уже сделал. Хотя они и не помогут ему на битве чемпионов 2012. Скорее всего, уступать я не буду, потому что есть проблема. Проблема нерешенная, она, я думаю, что не решится за это время. Выступать плохо не хочется на одной ноге, да. По-другому возможности, скорее всего, не будет. Состязания в дисциплине приседания со штангой на битве чемпионов могут вообще не состояться. Один из трех заявленных участников, Евгений Ерымбаш, на суперкубке «Титанов» занял последнее место. Судьи не засчитали его попытки. Поэтому его выступление на Архангельском помосте, при том, что судить битву вновь будет строгий, но справедливый Борис Шейко, также под вопросом. Алексей Шептунов, Алексей Карельский, Ольга Красулина. Автограф дня.